С 1 июня в Алтайском крае начнут работать 8 мобильных офисов Сбербанка. Накануне в Шипуновском районе презентовали один из них. Подробнее Дмитрий Горн. В селе Усть-Порозиха живут более 400 человек. Рядом Кособоково, с населением примерно в 300 человек. Чтобы просто снять с карты наличные, жителям нужно было ездить в райцентр. До него 60 километров. Теперь в оба села еженедельно будет приезжать мобильный офис Сбербанка. Или мне ехать в Шипуново надо, или в Войково надо ехать, или к нам будут приезжать в Кособоково. У нас очень много пожилых людей, которым транспорт не у всех есть, автобус ходит редко. Автомобиль оснащен модулем спутниковой связи. Доступ к интернету будет даже в самых отдаленных районах края. В мобильном офисе будет находиться всего один специалист, но на обслуживание клиентов это никак не скажется. Сельчане смогут получать все те же услуги, что и в обычных отделениях банка. Получение пенсии, оплата коммунальных платежей, переводы, операции с банковскими картами. Все это точно так же будет осуществляться. Фактически мобильный офис ничем не отличается от стационарного филиала по своему функционалу, за исключением того, что он на колесах. Сейчас в крае работают 4 мобильных офиса. С 1 июня их станет 12. Автоофисы будут обслуживать жителей 94 отдаленных сел. В 7 из них банковские услуги начнут предоставлять впервые. Дмитрий Горн, Никита Петухов, Вадим Быстревский. Новости.